Вот, ребята, уважаемые подписчики. Ну, это так, разминочный вариант. Сделал. Третий рабочий день у меня сегодня. И вот начал большой диван. Вот две секции уже готовы. Подушечка вон лежит. Зафигачил сюда на диван. Швея шьет, я постепенно за ней обиваю. И вот треугольничек стоит на диване, на столе. Один вот он. В понедельник я их доделаю. Вот такой здоровый диван будет. Вот, а это мой коллега делает мебель. Это вот кресельце я показывал. Такие кожаные стульчики. Зафигачили. Вот такая работа. Сегодня суббота. Короткий день. Уже выгоняют меня. Но я говорю, дайте добить хотя бы одну деталь. Все. Больше не дают работать. Негодяи. Я не знаю насчет подписчиков. Я не записываю. Насчет подписчиков твоих не знаю. А у меня нету подписчика, это я Сане отошлю. А, да, видео Сане отошлю. Вот. Да вон весь пини. А Саньке скажу огромное спасибо. Просто огромное спасибо. Он даже разговаривать не стал. Он впервые. Он увидит. А я голый. Реально голый. Я постарался. Ты, Валер, давай прекращай такие вещи, блядь. Ну, смешно. Вот. Он видит, что я голый. Так. Он с подписчиками. Быстренько связь. Пошел сам сгонял. Мне купил. Вообще красава. Не, Санька вообще, я, о чем тебе маэстро говорю, я вот супер. Это видео я сейчас тоже снимаю, я отошлю ему, а он уже потом выложит и будет уже... Просто маэстро. За тебя пиздец как переживают, вот реально. Я с работы сейчас приехал, но я сейчас людей набираю на работу. Нет. Не то, что в дом какой-то или еще куда-то там, ну нормально людей набираю. Тёма где, кстати? В больницу забрали. Ему Маша голову прохуячила. Дважды. Пиздец, блядь. Первый раз. А я, говорит, она мне звонит, я с ней созваниваюсь. Она говорит, я его люблю, пиздец, туда-сюда, да, блядь. Да ладно, на. Первый раз трубой. Хорошо, но вернулся, чисто висок шел. Пиздец. Второй раз, вот. Видишь, альтернатива лежит. Вот это альтернативой. Ебануться, блядь. Я еле отобрал у нее эту лопату. Там вообще беспредел был. Охуеть, у нее, блядь, крышняк съехал капитально. Сбухла. Ты знаешь, я бы не сказал, что она ошибка сильно бухая была. Ничего, у нее там какие тараканы полезли в голове. У меня когда тараканы в голове, я пытаюсь куда-нибудь спрятаться, закрыться, чтобы вообще... Но сейчас я вот потихонечку уборочку начал. Ну, правильно, правильно. Зачем я сегодня пришел сюда? Я в шоке. Я думал, мне хоть струну. А колючий что, появлялся здесь, нет? За колючего тоже спрашивают, за крысу, блядь, этого. Я, говорит, не пойду туда, говорит, блядь. Ну, что-то неохота. Ну, а, пойми, конечно, если бы деньги скрысил нахуй, хули, конечно, неохота, блядь, ебаный в рот. Пойми. Колючий, блядь. Понимаешь? Мы же вместе работали когда-то. Ну, блядь, когда-то это было, когда-то, блядь. А сейчас что? А в этом сезоне он нам три серии запорол. Три. Причем реальных серий. Сначала, когда мы Останкина херачили. Ага. С Тёмой. А он лег на лавочку и спит. А мы ломим всего Останкина. Потом Белый дел. Тихо. Плохо дело. Чё такое?
Валера. С вами кто-то еще не шел? Да нет, мы вдвоем, у него телефон зазвонил. Ты че? Не, все нормально, Валер, Валер, Валера. Но я же мы вижу. Тут-то. Нет, у него телефон зазвонил просто. Ты че? Знаешь. Валер, Валера. Блядь, ебани еще, блядь, на пиво. На пиво что ебани. Это пиво сладенькое, оно, блядь, ну сейчас тебя порядок приведет. Это пиво нормально. Приходи в себя. Здорово. Валера зовут меня. Тебя как зовут? Азамат. Азамат? А ты кто? Валер, гость. А чего я не знаю? Гость? Кобу? Нет, не знаю. Кого? Кого? Как меня зовут? Азамат? Куба. Бля, тихо, тихо, тихо. Давай, не ругайся, не ругайся. Не ругайся. Не ругайся, не надо. А это нет. Не, я не снимаю на прямой YouTube. Я не блогер, нет. Я снимаю, жив, здоров. Все нормально. Ну, правда, немножко, блин, желтоватый. Ну, с больнички только, ёлка. Да, с больнички, Валер. Ну, чё, попал-то в больничку-то, расскажи. Да не поверишь. Ну, в это тяжело вообще поверить. Вот все вроде было нормально. Все вроде как было нормально. Ну, в общем, походу, белчушка меня. Если честно. Белочка, белочка, да? Я каждый день, ну, метра три проходил и падал. Пиздец, ну это бессилие уже какое-то, бля. Крови много потерял. Но я не буду рассказывать всех подробностей. В роговой всех, конечно, я получил капитально. Крови потерял много. Ну, сам виноват. Врать не хочу, но выебывался сам. Но после этого, ну вот у меня целое с больнички передали. Ну, самое главное... Сломано все, сломано. Не, самое главное, жив-здоров. Вот это самое главное, Валер. Самое главное, это что факт. Вы живы-здоровы. Да, бля, ебать, ебать. Я, Валер, я говорю сегодня... Ну, Валер, я вообще тебя не ожидал увидеть. А вот видишь, кого не ожидаешь, те и приходят, бля. Не говори, ёлки-палки. Есть такое. Я, блин, сейчас вот так вот сижу, не знаю, кого дожидаться. Ну, вроде бы ребята с Иркутска обещали подъехать. Все ждут песен. Песен. А у тебя гитара-то здесь? Нету? Одной струны не хватает. Не, я играю на ней, конечно. А-а-а. Я играю, выхожу, играю. Но струны-то не хватает. Я тебя понял. А фигли они капроновые. А, понял, понял, понял. Капроновые, они беспонтовые. То есть звука нету. Ага. Звука нет. Ну хуй, не, от гитары тут тоже дохуя вроде зависит-то. Да конечно, ты чего? Да хуйня, хочешь сегодня купим? А? Хочешь сегодня купим? Сколько они стоят? А я не знаю, Валер, честный пионер. Просто не знаю. Ты пионер. Тебя приняли в пионеры. Ну правда, не знаю. Бля, мне звонят. Три нижних. Ну вот, ребята. На Савеловском мы побывали, особо там никого нет, Машка свалила, Тёма в больнице, вот, ну а я на работе, не смог я съездить, Валерка съездил, тоже по делам, ну и заодно там видосик снял. Ну а я вот по работе расскажу, вот креслице я доделал, кожаная, натуральная кожа, вот такой вот диванчик. Еврокнижечка. Ну вот этот здоровый диван я тоже добил. Осталось мне две подушечки. Две подушечки зачехлись. Взял новый заказ, вот угловой диван. Частичная перетяжка там заказали. Взял еще кровать. Вот изголовье стоит ободранное. И к нему, значит, боковое изголовье. Вот я уже каркас собрал, наклею, диагональ вывел. До утра он будет сохнуть. Такая у нас работа. Так что, кто там говорил, что аванс все расставит по своим местам,
Это неправда. Аванс у меня практически каждый день можно брать. Заработок хороший. Поэтому как бы не отказывает нам директор ни в чем. Для работы все есть. На сегодня хватит. 2 ночи ночевал на работе. Сегодня еду домой. Все. Всем пока. Заходите, подписывайтесь, пишите. Всего всем доброго. Спасибо за поддержку, кто меня поддерживает. Трудную минуту жизненную. Ну вот, карабкаюсь потихонечку вверх. Так, вот у нас цех тут. Все, всем добра.